Мы внутри знаменитой церкви Сан-Стефано в Стамбуле. Это первый православный храм, который построили болгары на земле, подаренной султану. Она действительно железная. По деталям ее привезли. Австрийская фирма делала детали. А вот иконостас — это московской работы. Все иконы в церкви тоже московские. Шесть колоколов отливали в Ярославле. И все это доставлялось в Стамбул и собиралось по деталям. 4 миллиона железных деталей, начиная там от каких-то конструкций основных до украшений. Так что заходите к нам на канал, смотреть видео.